Что, перекур Смеси. будет, да? Но у нас нету ни одного друида, блядь. Есть ли смысл идти, я вообще не знаю. То есть кукле не будет, нахуй, раги мыть. Два. Если они привязаны, я не помню. Если привязаны одно. Боешка. Боешка. Ожерелье. Подожди, подожди. Одинарные. Бля, те, кто привязан, одинарные. Те, кто не привязан, да. Смотри, если перс привязан, то кидает на одного. Если не привязан, то кидает, соответственно. То есть у меня получается как на одного кинуло. Одинарные ему кинется, если равно, у него сколько привязан. Меня. Все, блядь. Хоть 40 перцев будет, если все привязаны, на одного перца одно так кидается. Так что, парни, ру? Дорого. Турбо царя два вызванивай. Толку от царя друиды нужны. Да чулан вон есть, ну чулан в этом. Чулан есть, но в логове Грула. Чулан. Блин, а где сегодня чулан? Так, пойду пока гем поменяю, присмуйтесь еще. Стоп, а на D7 сколько надо, блядь, 20к? Нихуя себе 21, блядь. Не был в онлайне, сейчас нет. Кто такой Джон Уолкер? Ну чё думаем, давайте. Давай этого моба пуля. Без БРов будет туго, это 100%. Пан сидит на локе. Advance, который. Можно покурить сходить после мапа. Какие у вас ники в Дискорд? Войт, у нее не закрыто, целка 21. Китами Авис, Китами Авис.
Я думаю, уже челна дождаться успеем. А, дошелка. Одного увидел. Авис где? Скажи, пускай Авис зайдет в канал Пуги, потому что я так ему не могу дать. А у нас перерыв, перекур будет, не? Да, да, идите, курите. Будет? Я полетел тогда в дом. Надо на ДПС. Я его в списке хуй найду, мне лень. Если что, я ему слот сразу. Да. А ну, пана привязан он? Че ты мой даже начал уже добор, блядь, в гильдии? Ты уже начал добор в гильдии. Я вижу, он объявлен. В Дискорде. Это он мне скидывал макрос. Да, наверное, на боссе сидит. Давай перекур ставим. А чё он сюда, блин, думаешь, отвечает, что ли? Мне эти перекуры до одного места. А мне нет, я пошёл курить. Молодец, Марс. Я к тому, что я скоро спать пойду. Утя, подожди. Может и дает меньше СПД, но если ее правильно использовать, она будет намного эффективнее. Не, мне просто говорили, что я считать не умею, но я умею все-таки. Как ты считаешь? В каком принципе? Ты в зависимости от времени считаешь формулы или в зависимости от количества ударов? От чего ты отталкиваешься? Как ты считаешь количество СПД эффективности? Сколько висит баф и сколько он кдшится. Получается, он вешается раз в 45 секунд. То есть количество вот этих СПД 480 делишь на 45, получается 10,6 в периоде. И это СПД 10+6 в периоде. Ты плюсуешь к соответствию цвета, плюс сколько она дает, и к статичному СПД. Получается 94 с чем-то, при том, что... багруха из хэма дает сама по себе статично больше. И плюс статы дополнительные, она их дает тоже больше. Говорю, она хороша только если ее использовать как подбурс. Но мне сказали то, что я не умею считать, и я все-таки умею считать. Если ты про периоды считала, и в зависимости от количества вообще просто от СПД отталкивалась, то я считала, не 90, СПД, не 93 СПД в периоде секунду. Получается, а 97,7 получается, потому что число нечетное, во-первых. Во-вторых, и если ты так расчеты делаешь, то смотри, ты не учитываешь то, что, допустим, есть у кого-то три моментальных скилла, которые они могут дать, и то есть по эффективности оно уже не один в периоде будет, а один факториал в периоде. То есть это тоже еще одно неизвестное. Если так посчитать, то, блин, конечно, по банальному, то получается она проигрывает сильно. А если уметь использовать и учитывать факториал, то тогда получается ты, я не знаю, как сказать. Короче, вот это неизвестное, от которого зависит твой ДПС, насколько она будет эффективна, вот ровно настолько она будет лучше.
То есть, если я даю 3 глыбы в прожимку эту, то она будет в 2,5 раза эффективнее, чем та шлейка. Но это не факт, что у тебя порог нет 3 глыбы разом. Факт. Я всегда подгадываю. Можешь посмотреть. Но это только на магах, а на других там тяжело подгадать. Не знаю, это вообще очень субъективное мнение. Это не рассчитывается. Ты не робот, чтобы сделать так, ты не робот, чтобы сделать так, чтобы сделать 100% лог. Тем более на лече. На офе ты можешь сделать 100% лог. Со всеми тринкетами и прочими обилками. Здесь, во-первых, здесь неправильное уже распределение ресурсов. Из-за этого ты не можешь это посчитать. Потому что мана неправильно восстанавливается и прочее. Если брать все в расчет, то ты не посчитаешь даже не сможешь посчитать. Поэтому, если ты знаешь, что такое симкрафт, то симкрафт на Сирус не распространяет. И ты не посчитаешь. Ник абсолютно. Так, с аплодисменты, парни. Не знаю, зачем вам это все. На офе это аргумент весомый, когда ты умеешь считать способно. Здесь нет. На офе, да, может быть. Все дело в том, что не на офе, это первое. Во-вторых, я ни этого говна ничего не знаю, я только знаю капы, 1400 кп, и мне это никак не мешает ваншотать всех боссов в нормальных рейдах. Войт, да я тебя найду. Вот. Долоранский интеллект. Юс. Что? Долоранский интеллект. Я в тромок не против. Как называется зеленый камень, который дает крит и дух? Яшма, в смысле. Тупизминская яшма. Ладно. Визани, пожалуйста, на него 2 интеллекта. Я серьезно, никто не знает? Я просто заебался уже искать. Значит, всем спасибо. Завтра. Давай это один раз тройнем хотя бы. У нас скиллы охуенные. Завтра, 19:30. Эти 3 босса. Все. Портал дайте. Кому там крит дух надо будет? Как называется камень? Смутная яшма. Смутная яшма.